Уголочек им надо. Главная цель моей программы – это нормальная жизнь для каждого человека, для каждой семьи, для нашего общества и государства. Без революций, без потрясений, без переворотов, просто нормальная человеческая обеспеченная жизнь. Единственный пожар, которого не смогли избежать, это Чечня. Сегодня, как никогда, мы уже практически его потушили. В Чечне наступил мир. Я верю в мудрость и силу нашего народа. У вас в зале я вижу лозунг: «Не сваляй дурака, голосуй за земляка». Присоединяюсь к нему. И если мы 16 июля не сваляем дурака, победа будет за нами. Я вас не подведу.